Телеканал «Якутия 24 непрерывно развивается, пополняя эфирную сетку новыми программами. Работу в этом направлении ведет отдел спецпроектов, который в течение прошлого года выдал в эфир 15 развлекательных передач. Среди них кулинарная программа «Просто вкусно», проект для любителей петь «Вот это да», танцевальный конкурс «Танцуй», мотивационный женский проект «Я». Программа «Испытана на себе», мы вам покажем «Сад и огород» и другие. Наибольший интерес у телезрителей вызвал проект «Танцуй». В связи с тем, что прошлый год был годом труда, участниками конкурса стали представители разных профессий, разбитые на 9 пар. Одним из фаворитов телезрителей был дуэт в составе хореографа Ульяны Протопоповой и сотрудника водоканала Алексея Гайзетдинова. И, конечно же, когда работа идет в паре, и в танцах пары, главное взаимоотношения и понимание. Были и всплески. А так, конечно же, остались очень хорошие положительные впечатления. Проект «Танцуй» побил все рекорды по количеству просмотров в прямом эфире. И это побудило руководство телеканала и компании запустить проект повторно, но уже в новом формате. «Якутия-24» работает с разными форматами. Так, в прошлом году в эфире телеканала стартовал реалити-проект «Городские девчата», который притянул себе внимание молодежи. В рамках проекта городские девушки решили испытать себя в условиях сельской жизни. Интересный опыт, очень много впечатлений, самое незабываемое лето. Большинство заданий, которые были там, я делала в первый раз. Ну вот, если по чесноку так, вообще абсолютно в первый раз. Корову видела, и вообще трогала корову в первый раз. Проект «Городские девчата» набрал наибольшее количество просмотров на канале «Якутия-24» в видеохостинге YouTube. На сегодняшний день один из выпусков проекта посмотрели более 47 тысяч раз. От заботы мелких ссор я тебя увел. С помощью этих проектов телеканал «Якутия-24» раскрывает творческие способности и зажигает новых звезд в разных районах республики. Проект «Вот это да» охватил такие города, как Алекминск, Мирный, Ленск, Нерюнгри, Алдан и Якутск. Победителя проекта выбрали жители всей республики. В голосовании приняли участие даже жители других регионов России и стран СНГ. В итоге победителем проекта по решению телезрителей стал Сультим Дашипылов, представлявший Мирнинский район. На данный момент я проживаю в городе Улан-Удэ, работаю в оперном театре имени Цыдынжапова. Хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы меня выбрали. Второй сезон проекта «Вот это да» стартует на телеканале уже с 3 февраля. Вниманию зрителей свои музыкальные номера представят жители Мирного, Томмота и Алдана. Финал конкурса пройдет 25 февраля в прямом эфире телеканала «Якутия-24». Проекты телеканала охватывают не только телезрителей, но и пользователей социальных сетей. YouTube-канал «Якутия-24» в декабре 2023 года стал лучшим по вовлеченности аудитории среди региональных телевизионных каналов России и вошел в топ-5 по количеству просмотров. В скором времени мы надеемся получить серебряную кнопку YouTube-канала, поскольку мы завоевываем новых зрителей, новые программы, новые форматы, и поэтому знаем, в каком направлении расти и развиваться дальше. 6 лет – это лишь начало пути. Коллектив телеканала и впредь будет радовать зрителей свежими новостями, прямыми эфирами и новыми проектами. Власий Сергеев, Татьяна Филиппова, Аэлита Махно, Якутск.